Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Пино Умбро, вторую часть Дневники Мертвецов. В предыдущей части мы были вон там и взяли противогаз. Теперь давайте смотреть, где он нам может понадобиться, пока ума не приложу, если честно. Из-за этой двери кто-то шевелился, когда мы шли сюда. Да, так его, врежем, приятель, нам нужна свобода. Куда бежать? Куда? Ух, блин, я прибежал в то место, откуда появился. Твою мать! Давайте сохранимся. Ой, какая успокаивающая музыка. Так, ладно, что у меня там по заданиям-то? Нужно искать выживших, опасаться. Дверь закрыта на ладонь. Закрыт на сканер ладони. Так, ты где, дружок? Дружок, запомним, тут у нас безопасная зона. Дружок. О, карта. Отлично. Не здесь. Хер поймешь. Где-то... Подожди, а где мы были-то? Мы были вот тут, судя по всему. Обалдеть. Так, 6 это у нас было машины, зал. Нет, мы явно не... Мы на складу были. Где у нас склад? Склад у нас вот. Да, точно, мы были на складу. Вот эта дверь уже взломалась. Давайте что ли вот сюда попробуем теперь пройти. Машинный зал. Аварийный шлюз. Вот наверняка нам туда. Блин, а. Я, конечно, что-то... Тихо. Ни хрена не понимаю, где я вообще нахожусь, что тут все так запутано. Закроем. Да блин, что ж ты дверь тут нормально не закрывается? Вот в амнезии дверь закрыл, так уже уверен, что она закроется. А тут нужно придавливать. Так, вот отличное место, чтобы спрятаться вот так в угол. Хорошо. И давайте следовать. Батареечки. Ничего полезного-то особо и нет. Батареечки мне больно-то не нужны, потому что я фонарем редко пользуюсь. Меня устраивает и вот эта штука. Так, а это что? Какие-то листы бумаги. Надо попробовать их вынуть. Так. Разломать, насколько я вижу, нечем. Тут есть что-нибудь тяжелое? Скажем, вот этот камень. Опа-на. Тихо, подожди. Странный артефакт. Для чего, интересно, он нужен? У меня их уже два. Ну ладно, продолжим. Славное прошлое, светлое будущее. Древняя многовековая история. Как член древних, вы являетесь частью организации, отечественной, говорю, ответственной за защиту человечества как вида. Если вы не имеете отношения к древним, пожалуйста, обратитесь к ближайшему офицеру службы поддержки. Ага, сейчас. Организация древних, как мы теперь знаем, была основана в 1519 году Франческо Мельце, миланским аристократом. Основание этого движения, порой ошибочно принимаемого за секту, было личным делом Леонардо ди Сер Пьера да Винчи. Который он передал своему самому доверенному ученику Мельце на своем смертном... Мельце на своем смертном одре. Извините, что я путаю знаки препинания, потому что, честно говоря, мне их довольно плохо видно с такого расстояния. Повторюсь, я играю с 2 метров. А в то же время ходило много слухов о любовной связи ученика и... учителя и ученика. Твою мать, гомосеки. И именно этим объединялась их вся секретность, которую они так тщательно соблюдали. Об инженерных работах да Винчи известно немного, хотя его общеизвестные наброски и заметки открывают лишь малую часть его знаний.
Например, часто говорят, что летающие машины на его рисунках были совершенно непрактичными, однако теперь мы понимаем, что непрактичными они казались лишь из-за невозможности их производства в то время. Многие столетия древние не имели названия. Мельцы и его последователи понимали, что ими обозначает и связывает своего владельца. Так что по сей день название древние остается неофициальным и внутренним. В 21 веке древние выполняют ту же роль, что и всегда, и ищут, исследуют и защищают следы присутствия инопланетных форм жизни, хотя и в гораздо больших масштабах. Сегодня наше движение насчитывает более 30 тысяч преданных последователей в 203 организациях по всему миру. Вашу ж мать! Ты посмотри, тут прям настоящие иллюминаты. Так, тут у нас ничего нет за этой батарейкой. И раз уж мы сюда пришли, подожди, давайте-ка посмотрим, что это за место было на карте. Это мы были, похоже, вот тут, что ли? Похоже, что так. Не совсем понятно. Вроде и карты есть, и что-то я по ней ничего не пойму. Видимо, это чисто мое свойство. Тихо. Я кого-то слышу. Лазарет, столовая. Либо заперто, либо завалено. Нашим легче. Чем меньше открытых дверей, тем меньше путаницы. Дверь не открывается. Номер 3061. Чем бы ее отпереть? Ага. Что-то я совсем не ориентируюсь в этих подземельях, честно говоря. Путаюсь. Подожди. Так это же то самое место, а вот она, наша дверка, да? Наша безопасная зона. Так, машинный зал. Давайте пойдем сюда, что ли, тогда? Где-то здесь у нас вроде как ходил странный этот недоброжелатель. Надеюсь, он уже ушел. Так, машинный зал. Погодите-ка. Ага. Так. Я надеюсь, тут никого нет, потому что я ни хера не вижу в этом противогазе. Чем-то таким сразу сталкеровским игра начала отдавать. Стоило надеть маску. Надеюсь, тут не все в этом газу. Ну-ка, давайте попробуем снять. Вроде нормально. Можно дышать. Заело. Не поддается. Не открывается. Как обычно. Тихо. Вроде все спокойно. Какая-то ямина. Отлично. Замок вроде слабоват. Ни один хрен его. Нечем разбить. Не пилой же пилить это железо. Да. А там что-то хорошее лежит вроде бы. Блин, похоже, придется уходить отсюда. Пока не найду какой-нибудь ломик. А тут ничего не лежит на полу. Костер горит. Видимо, кто-то его недавно зажег. Подожди. Или нет? Ну-ка. Но судя по тому, что оно сразу не ложится в инвентарь, не кладется. Я делаю это неправильно. Давайте попробуем. Ага, точно, отлично. Так, и как мне тебя? Вот так. Да насрать.
Хорошо. Тут у нас есть полки, на которых я, честно говоря, пока ничего хорошего-то и не вижу. Какие-то канистры. Тут у нас что? Ничего. Может, тут за этим, за полкой что-то есть. Вроде бы нет. И тут тоже ничего хорошего. А, ну давайте пошарим по столику. Тут у нас батарейки, которые я не использую. У меня их уже, наверное, до хренища там. Да закройся ты, ёлки-палки. Так, отлично. Итак. Сохранимся. И полезли в компьютер. Мановик. Статистика парового давления ИГЗЭ. Температура. А, авто. Авто, авто, авто. Ручной режим. Блин, не знаю, стоит ли это делать. Ну давайте. Ошибка ручного режима с вентилями. С вентилями 56. А, только один открылся, понятно. Открыть. Интересно, что мне это дало. А вот еще один труп. Че-то, блин, ты мне не нравишься. Травм нет, но он мертвый. Совсем мертвый. Ой, ой. А! Крой, сука! Крой, бляха-муха! Че-че-че-че-че? Ой-ой-ой-ой-ой, ой. Это не то, что я думаю. Это, блин, то, что я думаю. Так, я буду около двери. Я надеюсь, мне не туда прыгнуть. Что-то мне подсказывает, что именно этот труп нам еще понадобится. Выпустите меня. Ну он вас нахер. Чё делать-то? С какой стороны? Больше всего на свете я мечтаю, чтобы ты помучился. Тем не менее, даже за это я не хотел бы оказаться в животе у этой твари. Что делать? Что делать? Хер поймешь. Ну-ка. Да, блин. Куда? Да чё ж не нажимаешься-то? Вот. Твою мать. Совсем отлично. Давай сюда иди. Надеюсь, ты отсюда пойдёшь. Давай. Нажимай. Блин, да чё не нажимается-то нормально? Сейчас отсюда попрёт. В принципе, я понял, что с ним. Да твою мать, что он не нажимается-то нормально? До середины опускается. Да я тебя не боюсь уже. Отстань, постылый. Давай отсюда лезь. Хорошо, давай. Нажимайся, давай. Получи, скотина. Я сталкер, детка. Это тебе за первую часть, за все мои кирпичи. Через стены, чем пытаться найти настоящий выход.
Вдруг разобьешь башку, и все станет намного проще. И знаешь, есть только одна причина, почему я тебе помогаю. Когда я, наконец, пойму, как со всем этим покончить, я прихвачу тебя с собой. Ты посмотри, что он тут натворил, а? Ну ладно, поначалу это было, конечно, очень страшно, но довольно-таки легко было понять, что именно с ним делать, потому что тут кроме этого рычага ничего не было. Так, рука. Рука у нас есть, осталось сканер сетчатки найти или какого-то. Давай, детка, давай. Так, видимо, тебя сюда. Все, открывайся, пора валить отсюда. Ну и что дальше? Тут у нас все, я, видимо, так понимаю. Так, тут мы открыли, что могли. А тут у нас больше ничего не открылось? Нет, больше ничего не открылось. Ну все, значит, уходим отсюда. Руку мы получили. Это уже что-то. Так, ладно. Теперь вентиль это можно покрутить. Я правильно понял? Видимо, нет. А может, я в эту сторону? Или что произошло вообще? Зачем я его крутил? Что-то у меня вообще никуда не крутится больше. Ну ладно, видимо, все правильно сделал. Но уходим. Надеюсь, там никого вредного нету. Так-так. У тебя в рюкзаке фрагменты расчлененного человеческого тела, но злодеем при этом ты считаешь меня. Я не считаю тебя злодеем. Я считаю тебя частью моего больного воображения. Так что вот, такие дела. Так, ладно. Что нам нужно делать теперь? Ой, а ты тут откуда взялся? Или ты тут был? О, как там твой дружок? С ним все нормально? Кажется, ему не здоровится. На твоем месте я бы ему позавидовал. На своем собственном месте тоже. Как можно совершать самоубийство, если нет сердца, которое может остановиться, и нет рук, чтобы взять пилу? Это подсказка нам или что? У меня, в принципе, рука есть уже. Может, тебя кровь соснуть? Нет. Я надеюсь, сука, ты не встанешь. Я вот искренне верю. Тихо. Так, а что дальше? Куда идти-то? Центральный компьютер. Я сейчас вот здесь, в раздевалке я был. Туда я вроде как пройти не смог. Сложно сказать, я что-то тут путаюсь просто со страшной силой. Так, ну вот тут наша дверь, я так понимаю. Да, вот тут можно схорониться. В принципе, я думаю, мы этим сейчас и займемся. Хорошо, сохраняемся. Отлично. И, в принципе, ребят, я думаю, на этом мы завершим эту серию. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.